Итак, первым делом надо проснуться и начать заниматься делами. Но нет, вместо этого я проверяю Инстаграм и отвечаю на все ваши комментарии. Затем идем умываться. Я использую свою любимую расческу Tangle Teaser, чтобы расчесать волосы. Затем масло Moroccan Oil. Затем я чищу зубы своей новой пастой воды Mecum Pro Medium. Своим любимым жирным кремом из России я увлажняю кожу. И использую свой новый BB-крем от Maybelline New York, чтобы скрыть покраснение. Зимой никуда без жирного блеска или вазелина. Я использую свой со вкусом мяты и сахара Bath & Body Works. Наконец-то завтракать! Но по пути поиграю своими собаками. Что же я хочу? О, обезжиренное молоко. Поломайте печеньки Орео на мелкие кусочки. Добавьте молока. Добавь любое любимое мороженое. Я использую мятное мороженое со вкусом шоколадного печенья. Смешиваю все в блендере. Вливаю содержимое в любимую кружку. Украшаю сливками и печенькой Орео. Ну вот и готов наш супер мятный шоколадный Oreo Shake, который я назвала «Рождественское настроение». Наслаждайтесь!